Всем привет! Это честный обзор от GeekLove. Сегодня у нас на руках 4 бюджетных смартфона. Это Picasso от Bluebo, Yumi ROM X, Bluebo X Fire 2, HomeTom HT7. Что ж, мы уже достали телефоны, давайте посмотрим, что у нас еще осталось в коробках. Первый – это Bluebo Picasso. У нас есть универсальная зарядка, кабель microUSB. Две дополнительных задних крышки, белая и голубая. Yumi ROM X. Инструкция. Зарядка. Кабель microUSB. Bluebo X Fire 2, зарядка, кабель microUSB. HomeTom HT7, зарядка, кабель microUSB. А что это? Кажется, что-то новенькое. О, это же адаптер для наушников. Я не знаю, зачем это, мне кажется, это бесполезно. Что ж, это все. Прежде чем мы перейдем к следующей части, я хочу вам показать некоторые приятные моменты. Это Picasso от Bluebo. Слева у нас есть датчик освещенности, посередине динамик, вспышка для фронтальной камеры и, собственно, сама фронтальная камера. Из-за размера экрана в 5 дюймов этот смарт выглядит потрясающе. Размер экрана достаточно большой, но удобно держать и пользоваться одной рукой, чтобы достать до верхней и нижней части экрана. Picasso придерживается критериев дизайна от Google. Использует виртуальные кнопки управления смартфоном, а не физические. Для меня так гораздо даже удобнее. Давайте посмотрим на телефон с задней стороны. Тут у нас задняя крышка, алмазная 3D текстура. На мой взгляд, выглядит великолепно. Также она прекрасно лежит в руке. Наверху у нас расположилась фронтальная камера, 8-мегапиксельная, и двойная вспышка. Перевернув на правую сторону, мы можем видеть металлическую рамку. Согласно официальному сайту Bluebo, это не просто металлическая рамка, это часть конструкции телефона с U-образным креплением экрана, которая может на 70% сократить вероятность разбить экран телефона. На передней части рамки мы можем видеть качельку громкости и кнопку питания. Снизу есть специальное углубление, чтобы можно было снять заднюю крышку, например, для смены. В нижней части телефона мы можем найти разговорный динамик, микрофон и USB-порт для зарядки. Следующий – это Yumi ROM X. Наверху у нас имеется вспышка для камеры, динамик, датчик освещенности и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Снизу расположились кнопки управления телефоном, меню, домой и кнопка назад.
а это небольшое отверстие на передней панели – микрофон. Поскольку это 5,5-дюймовый смартфон, уверен, мы можем с легкостью держать его в одной руке, но все же время от времени придется менять позицию рук. На задней панели телефона мы видим 13-мегапиксельную камеру, двойную вспышку, логотип ИМИ и прочую информацию. С левой стороны у нас тоже есть металлическая рамка, но в отличие от предыдущего смартфона, это просто рамка. В отличие от Пикассо, у этого телефона кнопки расположены по центру металлической рамки. Я полагаю, что производитель пытался уменьшить расходы на производство телефона, так как кнопки на ощупь очень шершавые, что, несомненно, является минусом данного телефона. Если мы взглянем на сам телефон, то сможем увидеть хорошо отполированный металлический корпус, что добавляет изящности данному телефону. Третья модель X-Fire 2. Это также телефон компании Blubo. Сверху расположен слот для наушников, сенсор, 5-мегапиксельная камера, фронтальная камера со вспышкой. Внизу кнопка меню, кнопка домой, кнопка назад. На задней панели у нас имеется 8-мегапиксельная камера, сенсор, реагирующий на отпечатки пальцев. Также вы можете видеть, телефон имеет цельнометаллическую оболочку. По сравнению с другими тремя моделями, приятнее сидит в руке. Слева имеется два слота для SD и SIM-карты. Справа регулятор громкости и кнопка выключения телефона. Довольно странно, что Blubo предпочли выбрать такой дизайн для X-Fire и Пикассо. Дело даже не в пластике или металле. Почему производители поместили регулятор громкости и кнопку выключения на противоположную сторону и заменили многофункциональную кнопку на кнопку, вызывающую меню? Мне нравится, как устроен Пикассо, но не могу сказать, что тоже про X-Fire. А что вы думаете? Ну и последняя на сегодня модель HomeTom HT7. Сверху слот для наушников, датчик освещенности, 8-мегапиксельная фронтальная камера. Снизу кнопка меню, кнопка домой, кнопка назад. На задней панели 8-мегапиксельная камера с однократной вспышкой. Каркас из пластика. Если вы еще не заметили, дизайнер просто скопировал дизайн модели LG V10. И это не единственное разочарование, вызванное данным телефоном. Я надеюсь, что вам нравится звук этой модели. Ни в коем случае не презирая пластиковые телефоны. Nokia производит отличные пластиковые телефоны, но в данном случае попытка сэкономить не привела ни к чему хорошему, плюс полный плагиат. Не могу объективно оценивать данную модель.
все 4 смартфона идут со встроенным Android версией 5.1. У всех 4 моделей разрешение экрана 1280 на 720. Но, как вы видите, они все разные. Я сделаю несколько снимков для каждого из них, чтобы вы могли увидеть разницу. Модели меньшего размера отображают естественные цвета с высокой четкостью. На двух других смартфонах цвета более контрастные, что создает напряжение для глаз во время просмотра фотографий. Кроме цветовой гаммы, мы протестировали мультитач. Picasa и X-Fire поддерживают 5-разовый мультитач. Roam X и HT7 только 2-разовый. У всех моделей примерно одинаковая конфигурация. Во все модели встроен чип MediaTek MT6580. У Picasa 2 гига оперативной памяти и 16 гигов внутренней памяти. В других 3 – 1 гигабайт оперативной памяти и по 8 гигабайт внутренней памяти. X-Fire – единственная модель, у которой сканер отпечатка пальцев находится на задней панели. Взгляните Atutu. Все устройства работают практически одинаково, но функциональность и производительность тех, что больше размером, выше. Перейдя на Android Bench, Picasa и Roam увеличили свою производительность вдвое, нежели X-Fire и HT7. Мы также протестировали другие платформы, такие как Geekbench и 3DMark и прочие. 1 гигабайт оперативной памяти недостаточно, чтобы поддерживать работу нескольких приложений одновременно, чего не скажешь про Picasa. Сканер отпечатка на X-Fire быстро реагирует и распознает пользователя. С его помощью можно разблокировать телефон, отвечать на звонки и делать фото. Некоторые приложения можно блокировать отпечатком пальца вместо пароля. Фотография и видеосъемка. У Picasa фронтальная камера 8 мегапикселей, у остальных 3 смартфонов 5 мегапикселей. Фокусировка у Picasa намного сильнее, поэтому мы можем видеть больше деталей на снимках и при видеосъемке. Что касается камеры заднего вида, то у всех опережает Roam X, так как он имеет 13-мегапиксельную камеру. Но так как все эти смартфоны бюджетные, то качество у них будет практически одинаковое.
После теста на скорость Wi-Fi мы выяснили, что Picasso, X-Fire и HT7 имеют одинаковую скорость работы Wi-Fi, в то время как Roam значительно отстает. Также протестировали скорость поиска сети. HT7 лидирует, X-Fire на втором месте, затем Picasso, а Roam вообще не показал никакой обратной связи, даже после 5-минутного ожидания. С ним явно что-то не так. Конфигурация на всех четырех моделях одинаковая, так что функционируют они примерно одинаково. Что касается серфинга в интернете, Roam X имеет явные проблемы со скоростью. Также затруднительно играть в игры на данном смартфоне. В конце этого обзора хочу у вас спросить, какой из смартфонов выберете вы? Лично я предпочту Picasso, так как он остальным собратьям явно не хватает оперативной памяти для работы в нескольких приложениях одновременно. Но это только мое мнение, каждый выбирает то, что ему нравится больше. Большой экран или форма телефона, цельнометаллический корпус или сканер отпечатка пальца. А может, это дешевая подделка? Оставляйте свои комментарии под видео, в конце видео я оставлю таблицу с подробной характеристикой каждого телефона. Цены на телефоны указаны в описании к видео. Спасибо за просмотр. Всем доброго.